Мы продолжаем выпуск. 1 октября в городе официально начался отопительный сезон. Но во многие дома тепло так и не пришло. Причину отсутствия отопления в некоторых домах Караганды объяснили монополисты. По словам генерального директора компании «Теплотранзит Караганда» Андрея Липунова, около 70% жилого фонда к теплу подключены. Очередь за собственниками объектов и КСК, которые подключиться должны сами. Исключением стал весь микрорайон Степной и дома по улице Ермекова. Там отопления нет из-за аварий на магистрали. В данный момент, потому что у нас ведутся непредвиденные ремонтные работы при заполнении тепловой сети по магистральной линии М5, случились там два свеча. Может быть, проезжали, видели по республике с левой стороны, если ехать в сторону аэропорта, с левой стороны у меня два раскопа, я там меняю трубу. Поменяю это день-два и заменю. Ермекова также к выходным дням тоже оно уже будет с теплом. То есть 100%, грубо говоря, по жилому фонду, 100% мы доведем тепло вот к этим выходным дням. В целом за два дня отопительного сезона из 2253 домов города подключены к теплоснабжению 703. Объекты соцкульбыта подключены практически все. Тем, у кого еще отопления нет, предлагают немного потерпеть. Основная масса потребителей получит его до 10 октября.